Привет! Научимся играть рок-н-ролл всего за одну минуту и очень легко. Погнали! За основу взят кусочек из песни Led Zeppelin Rock'n'Roll. Итак, правой рукой будем бить по двум струнам, пятый и четвертый. Просто ударами вниз. Разделим партию левой руки на две части. Нам понадобится средний пальчик на третьем ладу пятой струны, мизинчик на пятом ладу четвертой струны, безымянный пальчик на четвертом ладу также четвертой струны. Первая часть проигрываем дважды, зажатый только второй лад на четвертой струне. Его, кстати, отпускать не нужно, он всегда нажат. Дважды с открытой пятой струной. Теперь третий лад на пятой струнке и отпускаем. Получаем первую часть. Вторая часть. Мизинчик на пятый лад. Четвертая струнка. Отпускаем. Четвертый лад. Отпускаем. Напомню, всегда играем две струны. И пятую, и четвертую. Смотрим, соединяем две части вместе. Так повторяем два раза. Вот и все, все просто, а главное быстро. Можно чередовать шестую, пятую, пятую, четвертую, четвертую, третью, играть на любых струнах, кроме первой и второй. Елабай свой рок-н-ролл! Подписывайтесь, ставьте лайки и записывайтесь на уроки. Научу играть быстро, весело и круто. Уа!